Всем добрый день. Сейчас буду выгонять с гаража своего помощника. Мопед трехколесный, грузовой. ЗИД-52. Посмотрите. После зимы. Что он заведется, не заведется. Посмотрим, в каком состоянии он. Ну, колеса там наверняка спущены, потому что долгое время, ну, считай, наверное, не как с полгода, наверное, он стоял в гараже. Зиму постоял и на нем не ездил. И вот весной. Вот сейчас вот приехал. Хочу в лес ехать. Так вот, буду сейчас смотреть, в каком состоянии. Старший вот он агрегат. Ну да, колеса подпущены, накачаем. Ну, сейчас посмотрим, как он заведется у нас. Сейчас колесики накачаю на нем и пойду в лес веники изготавливать. Хороший помощник, я весной на нем и картошку перевожу на огород, по осени с огорода назад. У него три скорости вперед, одна назад. Грузовой он, цепная у него цепь, он там на заднее колесо. И он крутит, и поехали. Ну вот, отличная техника. Она мне скоро служит уже, она с 2008 года. Это получается уже, сколько здесь, 12-15 лет уже. Ну и практически я там только камеры менял. Этот тросик сцепления, газовый тросик. Ну вот и все, по большому счету. Ну вот, очень надежная техника. Вот так я еще только на нем не возил, и в лес за ягодами ездил, и бревна возил на баню. Баню так поперек ложу, трехметровую, и возил. Тянет хорошо, особенно если по ровной дороге, так вообще замечательно. Отличная техника. Ну вот у него сколько там, 6 лошадей, поэтому нормальная техника. Вот и назад хорошо тоже где-то, если завязок ты назад можешь подать, очень удобно. Поэтому, особенно в деревнях, вот такая незаменимая вещь. И привезти вот так вот, я с города и холодильник возил, и диваны возил. Ну, поперек ставлю и еду потихоньку. На второй скорости, на третьей. В общем, очень отличная техника. Так что вот, сейчас пойду качать.